добрый день. Сегодня мы делаем куриную грудинку. Куриная грудинка – это вовсе не скучное дело. Сегодня я покажу вам новый интересный рецепт. Здесь у меня 400 грамм грудинки. Ты бери себе сколько тебе нужно. Очищаешь грудиночку, хорошо ее помыла, и очищаешь от разных пленочек. Очисти особенно вот от этой штучки внутренней, потому что при еде она будет дискомфортна. Это нужно все убрать. Остальное у меня уже почищено. Режем на такие одинаковые кубики, чтобы оно одинаково прожарилось. Дальше что нам нужно будет для грудиночки? Немножечко соли, немножечко нужно будет куркумы, орегано и совсем чуть-чуть перчика. Ну, смотря тоже по твоему вкусу. И, конечно же, немножечко, грамм 20-30 белого вина. Сейчас мы подогреваем сковородочку и вливаем немножечко совсем масла. Много не нужно. Тем более, если у тебя сковородка, которая позволяет жарить без масла, много не наливаем. И запускаем туда грудинку. Грудинка будет жариться 20 минут под закрытой крышкой. Через 10 минут жарки нужно будет добавить все специи, в том числе соль. А за 5 минут до окончания готовки мы добавим вино. Вот прошло у нас 10 минут с момента начала готовки. Грудиночка пустила свой сок, видишь, и прекрасно тут варится, скажем так. И все специи, которые у нас есть, мы запускаем. Я перчик оставлю немного, так как будут кушать дети. И все это мы перемешиваем. Здесь оно должно все подружиться. Вообще куркума очень сильная специя, и она привлекает на себя много вкусового внимания. Поэтому, чтобы отвлечь немножко, я добавляю орегано. Орегано. Оставляем еще на 5 минут готовки. Вот сейчас у нас уже почти заканчивается приготовление. Берем немножечко вина, совсем чуть-чуть. Не переживай, если у тебя будут кушать и что твои дети. У меня тоже это я готовлю для детей. Почему не переживай за алкоголь? Он сейчас мгновенно, я его ставлю сейчас на большой огонь, он сейчас мгновенно выпарится. И приобретет легкий оттенок, вкусный мясочка и красивый вид. Осталось вот последних 2-3 минутки, чтобы оно выпарилось на сильном огне. И можно снимать. Все, курочка готова. Мы ее выключаем. Здесь вот я беру тарелку, уже нарвала из огорода руколы. И мы ее перекладываем к столу. Значит, здесь вот 400 грамм расход. Это будет где-то на 2 взрослых порции. Вот это мясочко. Посмотри, какое оно красивое и яркое. Ну что, приятного аппетита! Делись с подружками моим прекрасным рецептом. Пока!